В Самаре завершаются работы по модернизации теплотрасс. В этом году в городе в порядок приводили около 28 километров тепловых сетей. На большинстве участков работы завершены, но на нескольких подходят к концу. Именно эти объекты осмотрел исполняющий обязанности главы Самары Иван Носков во время своего первого рабочего выезда. Он пообщался со специалистами ресурсной организации, главами районных администраций и подрядчиками. Датчики поставили? Да. То есть это всю систему уже... Они спаиваются, там провода спаиваются, которые показывают, то сопротивление показывает, где проходит утечка. Поэтому муха появится герметично. Особое внимание Иван Носков уделил благоустройству дворов и улиц после завершения работ. Он поручил профильному департаменту предоставить схему восстановления газонов и асфальта, а также контролировать исполнение сроков. Надеюсь, что мы найдем общий язык. Мы сможем сделать так, чтобы объединять усилия компании по своей непосредственной профессиональной деятельности, но также синхронизировать с благоустройством, чтобы и город, и другие коммунальщики тоже синхронизировались. Как отметил сам исполняющий обязанности главы города, этот объезд в первую очередь ознакомительный, поэтому он посетил разные районы Самары и пообщался с жителями. Какие-то вопросы уже задавал, разговаривали, но пока... Слава Богу, у меня есть еще возможность разговаривать не как просто человек с человеком, это тоже очень важно, когда человек с собой делится впечатлениями, не обращая внимания на свою должность, там, значимость, а именно как просто человек. И это, кстати, самое ценное и самое интересное, что нужно услышать. Также Иван Носков осмотрел аллею трудовой славы, стелу, знак трудовой доблести и парк металлургов, поскольку эти места в следующем году будут принимать различные мероприятия, посвященные 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Андрей Горгуленко, Валерий Майоров. События.